Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 110, упражнение номер 232. Прочитайте, какие формы глагола прошедшего времени образованы от глагола в неопределенной форме. Лить, лил, лила, лила, лили. Плыть, плыл, плыла, плыл, плыли. Спать, спал, спала, спала, спали. Начать, начал, начала, начала, начали. Понять. Понял, поняла, поняла, поняли. Запишите глаголы в прошедшем времени в мужском, женском и среднем роде. И во множественном числе обозначите ударение. Запомните произношение глагола в этих формах. Итак, запишем. Лить, тире, лил, запятая, лила, запятая, лило, запятая, лили, точка. Плыть, плы, л, плыла, плыло, плыли. Спать, спал, спала, спала, спали. Начать. Начал, начала, начала, начали. Понять. Понял, поняла, поня, поняла, поняли. Расставим ударение в словах. Лил, лила, лила, лили. Плыл, плыла, плыла, плыли. Спал, спала, спала, спали. Начал, начала, начала, начали. Понял, поняла, поняла, поняли. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.